7 утра, день 4. До моря осталось 350 километров. Мы встали, умылись, пошли, собрали всю свою машину. Ты бы так сядь на фоне гор. Всю свою толпу, где здесь ты горы видишь? Вот. Горов там нет. Давайте посмотрим. Там кусты одни сплошные, я и так вижу. Камень. Вот, что мы сделали? Попили кофе. И сейчас поедем дальше, на Плитвицкие озера. На Плитвицких озерах немножко погуляем, посмотрим водопады и поедем на море. Да. А, ты опять на одну пуговку застегнулся. Вообще лучше не застегнуть. Да. Не надо, Саш. Опа. Скажи что-нибудь умное. Привет. Куда наступил собаку? Ты что? Пускай. Зачем? Алан, здесь люди едят. Ну-ка быстренько убрал. Да, они вон и ссат на забор. Ничего страшного. Люди едят, да? Алан. Общественное место. Тут нет бы аккуратнее, блин. И помойка нет. Алан. А вы в Австрии вчера видели? Вообще, да вообще же никогда бы не подумал. У нас это чище. Ну так это же не австрияки виноваты. Нет, это хотя бы убирали бы там. Ну да, блин. В Польше намного чище, чем в Австрии, блин. У нас в Польше стоит дяденька, то один, то другой, постоянно дежурит. Ладно, все, едем дальше. Как спалось, как жилось? А что такие недовольные? Ой, Кристина захохотала. Катя свой поп решила показать. Эй! Что? Я снимаю, а она здесь ходит. Кнопочка! А кнопочка, выходи, регистратор наш. Сейчас поедем. Санечка, ты что ругаешься? Одна что ли здесь? Смотри, сколько народу. И собак, и детей. Собак много, да? Вообще много. Все никогда собаки, такого не видела. С собаками, собаками. Угу. Ну, кошки с собаками. 7-12. Ну, час собирались. Еще никак не открыли, потому что машина не поедет. Дверь надо было открыть. Мы сейчас поедем на озера красивые смотреть. Ну что ты? Мы бы их поженили. Тьфу, типун тебе на язык. Ну в смысле, последний день. Люди читают. Сидят с утра пораньше. Я бы читала, если вот когда едешь там, например, или там, не знаю, когда никуда. А сейчас, ну видишь, у них ни животных, ничего, она себя покормила. Да, что ей еще делать? Там, да, ну так. Свою сносила, так скучно. Поэтому она и читает. Ищите карточку. И вторую тоже. Все платно. Ну есть дороги бесплатно, но по горам и долго. Здрасте. Добрый день. 72. 9.65. Ну, категория 2. Ну вот считай, еще десятку отдали. Парковка. Парковка на Плитвицких озерах. 7 до 23. А после 23 ходят медведи. И все, кто останется, всех съедает. Что скажем? Мы приехали в национальный парк Хорватии, Плитвицкие озера. Сейчас идем на экскурсию. Да, 2-3 часа. 2-3 часа. Эти очень большие. Ну, давай Б возьмем, вот он, чтобы на корабле поплавать детям. Чтобы хоть что-то останется воспоминание. Где там Ленка? Уже прошла? Нет, Ленка там. Дети все прошли с нами, все. Ленка могла за себя заплатить только. Ну все, можно обратно идти, да? Посмотрели? Видишь, посмотрели же, красиво. Здесь вода. Там люди идут. Да, да, вот там вот и мы. Вот. Там домик. Подмена лодка. Да, красиво.
Мы проходим мимо главного водопада. Сейчас пойдем к нему. Чтобы посмотреть поближе. Выбрали Б-маршрут, чтобы поплавать на водяном трамвайчике. Ну и посмотрим. Проложены вот такие дорожки, скамеечки. Можно посидеть, отдохнуть. Сделаны из камушков. Очень классно ходить. Вода. Смотрите, вода какая бирюзовая. А что там наверху? Летучие мыши? Идем смотреть летучих мышей. А что так скользко? Ступеньки скользкие. Можно навернуться. Причем легко. Ой, капает на голову. Ой. Тут капает, блин. Мне уже на очко капнуло. Меня тут хоть воздух. Вот сюда надо было собак привезти, чтобы они тут сидели. Заходим в пещеру, которую ни хрена не видно. Ну, где мыши? Я наступила в грязь. Залезли в какую-то пещеру. Типа, было написано, что там типа мыши летучие. Нет. Там просто красивая пещера такая, скалистая. Ну, а мышь зачем был нарисован? Это пещера нарисована. Я думал, там мыши. Алан! Пойдем до лодку. Да, здесь везде водопады. Все капает. На камеру капает, да? На голову капает. Все скользко, порожки скользкие. Ой, можно навернуться. Лодочки. Алло. Ну, что это страшно-то? Что у тебя страшно? Вон, видите, жилет, если что, есть.
куда мы ходили? Я не знаю куда. Тут уже, наверное, по одному только осталось. Капитану садитесь. Ну, Алан, садись. Вон, Оль. Садись сюда, я тебе на коленке. Иди сюда. На коленке занят. Давай, Алан, ты ко мне. Ой, садись. Садись. Скажи что-нибудь умное. Нравится тебе кораблик? Ой-ой-ой-ой-ой, Оля. Свой деревянный телефон. Вон капитан идет. Убирайте ноги. Все, рулевой пришел, сейчас поедем. Капитан. Поехали. На другой вагончик пересадим, потом на другую сторону поедем. Сели в трамвайчик, теперь нас повезут обратно, откуда мы притопали. Откуда увезли, туда и привезут. Да. Откуда мы пришлепали, туда нас и довезут. Мы тут, Кали. Они сейчас передерутся. Катя! Алан! Не, покричи. Привет, заты. Привет. Да, сразу видно русские. Помаши привет, Алан. Помаши. Помаши, папа снимает, как они тебе помашут. Нельзя так некрасиво. Жара нереальная. А еще надо пешком походить, да? В это озеро по дороге. Только аккуратно. Ну как, стекло не долби. Оказывается, еще шлепать надо 3 километра. Вон стоят. А где это было? Сюда? I don't have internet connection. I really wanted to send it, but Instagram? Mm-hmm. Сфоткай его Instagram. Yeah. Сейчас он. Yeah, okay. Чик-чик. Yes, definitely. Мол. Да, потом вы напишите, и он вам ответит. Да, тебе смоет оттуда сразу. Сейчас мы идем к самому большому водопаду, Великий водопад. На водопаде. Видно хоть водопад? Ну, кому привет-то? Все, кто нас смотрит. Таня, побывай в этом месте. Да. Очень красиво. Завораживающе. А-а-а-а.
Ты же учишь английский. Ты же учишь, что он тебе говорит? Я манюсь. Она повернулась уже. Сейчас она как кинется на вас? Давай попробуй, кто? У меня палка короткая. У нас тоже. Не знаю, на нее научились камни. Да, кирпичом по голове. Тогда точно поплывет. Ну а что, нормально, а что там палкой-то тыкать, тоже ничего. Змею. Хотели поднять. Сейчас будут все селфи со змеей делать. Ну. Все, на шею ее. Все сидят, блин, никто не видит ее там. Мы же пришли глазастые. Да. Всем все показали, как надо ее потыркать палочкой. Я бегала. Мам, каталась. Все. Мы идем в машину, надоело ходить. Посмотрели все водопады. Уходим. Уходим. По платной дороге не поехали, потому что там слишком кучерявые цены были. 50 километров стоит примерно 10 евро. Дороги. Бесплатная дорога, сплошной аттракцион. Больше 80 не разогнаться, то спуск, то подъем, одни повороты. Едем медленно. Вот опять знак 60. Приехали на место 8 часов вечера, заселились в кемпинг. Сейчас покажу, как здесь кемпинг расположен, как на море пройти и какое здесь море. Такой выход, вот сразу пляж туда и сюда.